Когда я хожу по улицам и вижу уличных музыкантов, я всегда шаг, так сказать, замедляю. Или одним ухом, если я тороплюсь, одним ухом все-таки слушаю, что они делают, что они поют. А последнее время чаще всего я слышу, конечно, каверы, причем качественно исполненные, очень хорошо подается все. Очень, как правило, очень много слушателей вокруг. Во всяком случае, там ближайшие несколько минут их прибавляется, прибавляется, если вообще никого не было. Насколько мне известно, эта культура еще была с древних времен. Даже в фильмах это отражено, и в фантастических фильмах типа Кендзадзе. То есть жанр популярный. Но самое главное, что, насколько я знаю, вот современные группы и музыканты практически почти все. Ну, я не скажу, может, все, но большинство из них прошли через этот этап музицирования именно на... А некоторые даже наши культовые рок-звезды специально спускаются в переход, чтобы шокировать публику своим появлением, и это делают, чтобы вспомнить все. Потому что раньше это пели за удовольствие на улицах, а не за деньги, как сейчас. Вот. Ну и, как правило, все равно из этих групп, из музыкантов, получается, какие-то выходят хорошие артисты, хорошие группы. Да будет так всегда. Я приветствую это обеими руками за. И чтобы пели почаще свои песни тоже. Спасибо. Спасибо. У тебя